Пашинян говорит, что Армения и Азербайджан должны провести демаркацию в соответствии с границами 1991 года. Это означает, что как на трассе Гарис-Капан, азербайджанские КПП, таможенные посты и азербайджанская пограничная служба будет на всех наших важнейших артериях. Даже на трассе Ереван-Гарис в Тиграношене, Араратской области возле Васкипара, на трассе в Грузию. Это еще малая часть той катастрофы, которая нас ожидает. Мы должны понимать, что мы отказались от Карабаха. А это правительство давно отказалось от Карабаха. В любых переговорах мы должны идти на уступки за счет Армении. Аналогичное мнение высказал армянский политик в ходе программы 168 ТВ Давид Шахназарян. История показывает, что дружба между Россией и Турцией для нас проигрышна. У этих двух стран теплые, партнерские, даже стратегические отношения. Как это было 100 лет назад, так и сейчас. План Пашиняна и парламентской оппозиции – это план войны. В этом мы уже убедились. Азербайджан предложит Карабаху получать электроэнергию и газ из Азербайджана. Даже могут говорить о тарифах. В Карабахе даже ходят слухи, что азербайджанский газ дешевле. Глупо надеяться, что Азербайджан позволит нам построить новую линию электропередач или газопровод, когда документ от 9 ноября предусматривает только перевозку пассажиров и грузов. Резюмировал Давид Шахназарян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.